Друзья, всем привет! Сегодня у нас 22 декабря. На дворе невероятная теплая погода, прекрасная. Солнце настолько сильно светит и очень жарко. 17 градусов у нас в Краснодаре. Я сейчас нахожусь в Яблоновке на берегу реки Кубани. Я хочу вам показать, насколько теплая погода. Вот дерево, да, и на нем вылазят мало того, что новые зеленые листики. Красота! Так еще и цветы! Белые цветы! Вот они! Листики зеленые, молоденькие, свежие и прекрасные цветочки. Скоро Новый год называется. Как вот такое, может быть, у меня не укладывается в голове, что может быть настолько прекрасная погода зимой. Зимой, друзья, как это возможно? Вот сколько у вас сегодня сейчас градусов? Напишите об этом в комментариях. И трава у нас зеленая кругом растет. Ну, сказка. Вот у нас сколько зеленой травы. И не верится действительно, что декабрь. А вот и Кубань, которая отделяет Краснодар от Адыгеи. А впереди вы видите, это у нас Яблоновский мост. Он сейчас ремонтируется. И там проезд разрешен только для легкового транспорта. Хотя раньше там ездили автобусы, и маршрутки. Тем временем добрались до городского сада. Здесь, как всегда, очень много птиц, люди их кормят. Только вижу чаек пока. Обычно еще уточки. Вот даже мужчины рыбачат, в первый раз вижу, чтобы здесь кто-то рыбачил. Здесь уточки совсем практически не боятся людей, потому что они здесь прикормленные. Вот вдалеке даже кто-то кормит хлебушком. Дети очень любят уточек. В том саду всегда весело, здесь у нас танцуют пенсионеры, играет веселая музыка, здорово. Вот они всегда собираются на этой площади, около фонтана, и веселятся. Это у нас одно из Покровских озер. Здесь, кстати, плавают даже уточки, камыши, рябь на воде. И, как вы видите, уже садится солнце. И очень красиво. И на заднем фоне многоэтажки Краснодара. Никогда, кстати, не была рядом с этим озером. И интересно самой, что здесь и как. На берегу Карасуна. Посмотрите, какой ресторан сделан. Ну, видимо, работает.
О, даже лодочка стоит. Какая-то старая. Посмотрите. Конец декабря, а у нас цветы цветут. Смотрите, какая красота. И даже у кого-то пальмы.